Контент, Колян, контент. И пришли мы пообедать, друзья. Ох ты ж, Колян, гусь. 5 минут хопа, 3 находки. Я в шоке, честно. Друзья, не прошло и 3 минут, как у меня есть очередной наконечник. Сейчас посмотрим. Тёмыч в шоке. Да и я сам, в принципе, в шоке. Я столько наконечников, Тёмыч, не копал никогда. Красавчик, передашь привет кому-то? Всем могу передать. Все, понял, понял. Идем дальше. И смотрите сюда. Что у нас здесь? На одном этом самом, пятаке, блин. Смотри, я по скифу там еще не откапывался. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота. Украина». Выбрались мы покопаться по скифам в лес. Есть у нас одно интересное место по скифам, по раннему железному веку. Выехали с ребятами покопать, в общем. Ходим, ищем. Есть находочка, сейчас вам покажу. Перед тем, как показать находочку, хочется передать привет. Спилки блогеров Украины, копию, и ребята, вам всем привет. Полисия ЗТ, Тустань. Кому еще? Ну, в общем, всем. Всем, кто меня знает, всем, кого знаю я. Ребята, вам всем привет. Это Артем там сзади за мной ходит. Они тут были в этом месте весной. Хорошо накопали наконечников скифских. Нашли копье железное. Ну и мы вот осенью сюда приехали опять же на это место. Ходим, в общем, ходим, ищем. Давайте я вам сейчас находочку свою покажу. Вот с этой вот ямки, друзья, где-то со штыка я выкопал. Находка, конечно, не скифская, но, тем не менее, приятная. Пятачочек вывалился. 1880 года. Нормальная монета. Состояние хорошее. Класс. В песочке, конечно, монетки классные. Охотники где-то стреляют. Мы вот машину нашу поставили на горбочке. И находки были все вот здесь вот по вот этому горбу. Там дорога идет, кстати, вот где Артем копает, за Артемом идет дорога. И с той стороны за дорогой, и с этой. В общем, ходить копаться, вот там вот дальше за этим лесом течет ручей внизу. И вот туда он течет вправо. Я думаю, что нам надо все-таки в разведке по этому ручью пройтись и пойти дальше. Ладно, друзья, ходим, ищем. Вы смотрите. Пятачок вот такой вот. Пятачок. Пятачочек. Берем, идем дальше искать. Вот там вот за елочкой я выкопал пятачок, друзья. Хочу вам показать. Смотрите, есть тут керамика. Вот такая вот ранняя. Вот кусочек нашел тоже. Видите? Ранняя-ранняя керамика. Да, будем ходить искать.
есть керамика, значит, нужно ходить. Такие камни интересные попадаются. Приморозок минус 6 на улице, друзья. В лесу еще там, где листва, копать можно, а вот на такой вот, на таком песке все-таки иногда есть места, что не вкопнешь. Видите, как корочка взялась. Ладно, здесь керамика есть, значит, нужно вот где-то здесь вокруг и походить. Попробую вот этот вот бугорок обследовать. Если ничего не будет, пойду на вот эти вот бугры в лес. Ладно, друзья, смотрите, снежок пролетает, погодка замечательная, ветра особо нету, хорошо в лесу. Я пошел искать. Друзья, копаем с Артемом рядышком, и он с глубины ада выкопал вот такую вот штуку. Смотрите, тут, ой, упало остатки позолоты. Прикинь. Слушай, ну ты ее глубоко выкопал, капец. Да, еле услышал. Не, это позолота однозначно, Тёмыч. Ну что это такое? Я думаю, что-то скифское. Может, с конской сбруи. И керамики тут немерено. Держи. Прикольная штука, непонятная. Правда, что это такое? Да. Идем дальше искать. Контент, Колян, контент. И пришли мы пообедать, друзья. И гамаюн. Ох ты ж, Колян, гусь. Сами вы гуси, ну это нак. Вот это ты, Колян. Вот это грифончик. Грифона. Ты сохран, да? Ну это серебряный, наверное, да? Нет, а... Ай, баня. Оловянистая. Ё-моё, вот тебе и скифы, Колян. А это может уж какую-то здесь? Или... А, нет. Грязь, это какой-то попугай. Это гамаюн, птица. Может, заколка какая-то, что-то такое, видишь? Это сбруйная бляшка, да? Какая? Сбруйная. Ну да. Ну, пришивная, где-то пришивали. Идёшь, идёшь. Слушай, ну отверстие такое. Ну да, прошитое. Колян, крутяк. Ну, я не знаю. Ну, блин, она еще такая тяжеленькая. А где ты выкопал ее? Там, кстати, холм такой, под холмом. Ты можешь не материться, нас дети смотрят. Ой, простите меня, дети. Я больше не буду. Ой, нак. Прикольно. Ох, тяжелый он такой был, блин. Тяжелый и чего? Ну, блин. Слушай, ну эта штука вообще бомбей, ну, просто. Да. Просто бомбей. Я в шоке. Я просто в шоке, Колян. Крутяцкая вещь. Ну, у меня есть грифончик, шутать. Я тоже грифончика выкапал. Надо шутать. Что тут еще? Подковы и мой пятачок. Это, ну, верните 5 копеек. Вот это сыка подковы с загугулины. Ну это средневековый, я думаю. Но это ж на наносник похоже. Наносник. Это шпора может была. Кстати, Коля. Может быть. В натуре, вот. Это наносник. Ну, а ну-ка еще раз. Вижу, вот так. Вот так? А сюда прикрепляется к чему-то, да? Это может шпора была, Колян, это вот может не подкова. Ну с подшпорой, да, вот это. Да, я еще посмотрю, да, блин, да. Классная штука. Коляныч, меняю на пятачок. Да. В штабельном блеске. Да. Может, это единственный такой пятак, откуда ты знаешь. Там, слушай, блядь... ну все, надо тут ходить, пацаны. Надо. И вот там холм хороший. Все, там еще... А где ты нашел, скажи, где? Там. Там далеко там, отсюда? Нет, 50 метров, даже меньше, 30 метров. 30 метров, да? Это, наверное, тот пол не идет, который мы видели. А он поднимается вообще там дальше, ну, не, для кургана сильно большое, а такой возвышенность хорошая. Ну, просто холм там где-то, они, стоянка там у них была. Там эти набойки эти, и ножичек, и эти, и стрелу, наконечник там, что ли, это все. Все там.
крутяцкая пойдем штука. Вода, пойдем, пойдем. Ну сверху там на гальгу активность такая побольше, там железо есть, ну что-то там ничего не будет. А снизу? А глубоко лежало, Коляныч? Нет, сантиметров 10. Идешь, такая тишина только. Здесь металла мало. Такой чистый, хороший, красивый, четкий цветня. Сигнал, да? Думаю, слишком хороший сигнал, чтобы было что-то нормальное. Вынимаешь. Ну сколько сантиметров? Ну не больше 10. Ну, не больше 10. Потому что я ямку выкопал, сунул пинпоинтер. И, держи. Тёмыч, что у нас там сегодня на обед? Сегодня какая-то вкусняшка. Какая-то вкусняшка? Какая-то вкусняшка. Ладно, друзья, сейчас к вам развернусь. Ходить приятно, так и мусора нету. Друзья, мы будем обедать. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Сейчас покушаем, пойдем дальше искать. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, иду к Калину. Он забрался на вот этот вот бугор. И 5 минут копа, 3 находки. Я в шоке, честно. Что ты там нашел? Показывай. Это старое. Во. Только так, что, перед Тёмычем. Это я, пока ты шел, я нашел вот это вот, только что вот. Вот это пряжечка и наносник еще один. Я в шоке, колесо. Вот это. Типа, это самое, сколько вот ты позвонила, сразу нашел вот это. И пока вы пришли, я нашел еще вот эту фигню. Вот три, ну, это грифон тоже. Ну да, да. Я в шоке. Это о, накладочка, нашивочка. Это, кстати, с одежды. Ну, пришивная. И вот какая-то, может, серьга или какая-то штука. Я что похожее находил, кстати. Блин, Колян, вот, я... Вот, вот здесь, смотри, вот. Я одна находка. Вторая, 10 метров. 10 метров, смотри, серый, вон, третья находка. Красавчик. На одном этом самом, пятаке, блин, смотри. Я по скифу там еще не откапывался. Ну, молодец, молодец. Да. Давай, будем искать. Красавчик. У Артема есть находка, друзья. Сейчас. Шипастый амулет. Прикинь. Прикольно, глубоко лежал. Ну, со штыка где-то, ну, да? Со штыка, да. Ну, звенел хорошо. Все, надо вот этот бугорочек обходить. Коляныч где-то там у нас ходит. Колян сегодня отличился, конечно, по полной. Коляныч, да. Гусь. Так, обследуем, ребята, вот этот вот бугор. Идем искать, смотрите. Это Колян там. Тёмыч нашел шипастый амулет. И я от Тёмыча шипастого амулета, ну буквально вот метров 10-15 есть у меня. Перевернулся и на нашей улице КамАЗ с печеньем. Вот лежит, Тёмыч, бери. Офигенно. Смотри, какой классный, да? Офигенно. Здоровенный такой. Вообще. Смотри, ох, какой. Нифига себе, копье целое мне. Ну это, конечно, о, не твои офигенно. Там эти птицы. Нет, но. Фига славный, нифига себе. Но тем не менее, да. Блин, я таких хорошенький, блин. Правда, целенький. Так здоровый сыку, нифига себе. И тоненький, обычно надо вообще треугольником идет. А здесь вишки. Ну разные пластины есть. Блин. Вот, смотри, видишь. Амулет. Еще амулетик шипастый. Шипастый. А ты нашел только что, да? Вот только что. Блин, здесь сколько вот выкопал. Ё-моё. И все с одного, видишь, с одного бугра. Крутяцкий. Не, вот это наклин вообще, да. Шикарный. Да я сам в шоке. Обычно они как такие, а тут каждая лопасть отдельно. Такие здесь. Зубчики еще, видишь. Охуеть. Колян. Простите, дети. Идем искать, друзья. Идем искать. Смотрите. Хорошее здесь место. Тут надо его выбивать. Однозначно. Наконечник, наконечничек. Крутой. Идем дальше, друзья. Друзья, вот здесь вот один я выкопал наконечник. И вот второй. Этот уже поменьше. Но второй... Бил очень плохо. Под деревом, под самым, видите, выкопал. Классный, классный. Бил, правда, очень плохо, но
Сейчас будем тут выхаживать. Берем, идем дальше. Смотрите. Есть находочка, друзья. Вот здесь вот я первого наконечника выкопал. Сейчас был черный сигнал. Копаю, выкапываю ножик вот такой вот железный. Проверяю ямку. А там еще один наконечник, прикиньте. Еще один наг. Обломанный, правда, кончик. Но наг. Вот это прикол. Берем, сейчас еще проверим. Может, тут еще что-то есть. С железом лежал рядышком. Был такой чуть цветной сигнал. И черный. Я думаю, копну железо, посмотрю, что за железо. Выкапываю железо, и сигнал сразу стал лучше. В цветнину стал бить. Берем. Идем дальше. Это там Артемыч ходит. Сейчас будем планомерно выбивать этот бугор. Нужно очень, очень плотно выходить. Ладно, друзья, смотрите. Друзья, выключаем звук. Это Тёмыч там что-то копает. Но это просто прикол какой-то. Вот один наконечник. Вот второй. Третий. И смотрите сюда. Что у нас здесь? Наконечничек. Тёмыч говорит, что я нашел скифский пулемет. Слушай, этот вообще четкий. Такой, как будто он в посеребрении каком-то. Смотри, покажу тебе сейчас. Я сюда зайду. Смотри, какой. Вообще бомба, да? Вообще. Такой же, как и первый. Но бил. Огонь. Слушай, я не знаю, мне кажется, может там шурфануть надо. Огонь. На этом месте. Ну все в радиусе там, ну пару метров буквально. Все рядом. Крутяк. Ой. Упал. Крутяцкий наг. Офигеть просто. Я просто в шоке. Если честно. Сейчас буду тут все сигналы копать. В этом месте. Наконечник. Идем, друзья, искать дальше. Друзья, вы просто не поверите. У меня есть еще один наконечник. Сейчас вам покажу. Это Тёмыч. Тёмыч в шоке. Да и я сам, в принципе, в шоке. Был черный сигнал. Ну такой, чуть-чуть, еле-еле где-то что-то отдавало цветниной. Смотрите. Еще один наг. Тоже кончик обломанный. Прикол какой-то. Я столько наконечников, Тёмыч, не копал никогда. Ну да, начнем сегодня. Зато Колян у нас сегодня отличился. Столько грифонов не копал, это точно. Да, местяк супер. Некопанный в таком лесу находится, что просто капец. Что-то там Колян делает. А, ямку закидывал. Ладно, друзья. Очередной наконечник. Скиуский. Идем дальше искать. Смотрите. Друзья, не прошло и 3 минут, как у меня есть очередной наконечник. Сейчас посмотрим. На этот раз крахопусечка. Крахопусечка. Слышишь, Тёмыч, по форме он такой же, как тот посеребряный. Только поменьше, но структура такая же внутри, вот эти такие перегородки. Прикольный.
С каждой ямки, друзья, я здесь выкапываю керамику. Где-то была, я выкинул ее. Надо будет тут, наверное, как-то углубиться. Да, пойдет. Пойдет. Идем дальше искать. Вернее, не идем, а продолжаем топтаться здесь же. Один наг, второй. В общем, все. Все в одном месте. Скифский пулемет. Класс. Класс. Идемте. Это Тёмыч, друзья. У меня интересная находочка есть. Смотрите, копал яму. Выкопал керамики. Вот. Несколько кусков. Такой. Вот такой вот. С рыжей глины. И шипастый амулетик выпал. Вроде как. Непонятно. А может и нет. Может просто какое-то колечко. Скифы. Скифы. Не, какое-то колечко, наверное, было, мне кажется. Непонятно. Ну, в общем, вот такая вот история, друзья. Сейчас будем дальше искать. Смотрите. У Тёмыча какой-то сигнальчик. Ребят, у меня такая находочка есть. Я просто в шоке. Я не знаю, что это. Сначала, когда я увидел ушко, я подумал, что это ароматница. Но это не ароматница, друзья. Это какой-то прикол. Даже не знаю, что это. Тёмыч, ну это что-то скифское. Однозначно. Какая-то пришивная блямба, блин. Может, пуговичка такая? Может, пуговичка. Друзья, кто знает, что это, пишите в комментарии. Будем вместе разбираться. Первый раз такое нахожу, если честно. Понятия не имею, что это такое. О, все наконечники вот здесь вот. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все здесь. Идем дальше. Искать. Берем эту бубочку. Бубочка. Махонькая. Идем дальше. Крутимся мы все. На одном пятаке. Вот там вот под дерево я наложил кучу, сложил. Извиняюсь, сложил вот кучу керамики. Пускай лежит, может, мы сюда еще вернемся. Покопаем. Ладно, друзья, смотрите, я пошел дальше. Друзья, вы не поверите, все в том же месте. И Артем цепанул наконечничек тоже. Красавчик. Ох, какой хороший. Смотри, одни ямы. Так ямы, да, я же тебе говорю, все тут рядом. Офигенный вообще. Ну, видишь. А тут лежали ветки какие-то. Я их вот взял, смотри, забрал отсюда. И вот поставил вот здесь вот под дерево. Прикинь. Класс. Супер. Молодец. Не, ну хоть выцепил, а то мы ходим, что-то ищем, а ты вообще... Наконец-то выцепил. Красавчик, передашь привет кому-то? Всем могу передать. Все, всем понял, привет. Понял. Идем дальше. Копаем, друзья, пятачок. И есть у меня черная находочка. Вот такая вот. Я думаю, что это вилка. Ихняя. Вилка. Тоже прикольно. Ударил я ее лопатой. Но ничего. Находка, друзья. Берем, идем дальше копать. Смотрите. Лес шикарный. Подошел к Артему, друзья. Смотрите, какая у него есть находочка. Блин, кто-то звонит. Очень не вовремя взял вот вам показать вот такая вот находочка.
Не знаю, что это такое. Но что-то интересное. Вот такая вот штука. Друзья, недалеко я ушел. По вот этой вот полянке мы топтались. Собирали наконечники. Такой четкий сигнальчик был. Ну просто капец, зацените. Просто капец какой наконечник. Я в шоке. Я таких никогда не видел. Просто сказка. Блин, и вообще не глубоко лежал. Вообще не глубоко. Ну сколько тут? Ну пол штыка. Тёмыч! Сейчас Артёму покажу. Просто капец. Крутяцкий. Реально крутяцкий наг. Тёмыч, такой наг, я таких даже не видел никогда. Ну, может где-то есть, но мне такой большой попадается первый раз. Ямки, кстати, вот есть какие-то старые, копанные. Такой на три пальца. Зацени. Нифига себе. Я сам в шоке. Ты шо? Здоровенный, да? Такой да четкий сигнал был, знаешь. Он шикарен. Скажи. Бомбей. Вообще. Просто бомбей. Один краше другого. И вот опять же все, видишь, по вот этому вот, ну, склончик какой-то, да, спуск. Надо тут ходить. И ты эту штучку же выкопал тоже здесь где-то, да? Так что, а вот там вот дальше Колян выкопал эти скифские, блин, грифоны. Надо. Вот тут надо лазить. Идем, друзья, дальше копать. Сигнал просто шикарный был. Наконечник, наконечничек. Крутяк. Просто крутяк. Сейчас зафоткаю, выложу в Инстаграм. Кто не подписан на мой Инстаграм, обязательно подпишитесь. Идем искать. Ходим все там же, друзья. Есть находочка. Копаю все сигналы. Кусочек браслетика. Чуть лопатой по нему проехался. Браслетик, я думаю, был какой-то. Витой, бронзовый. Коп сегодняшний радует, конечно, очень. Просто класс. Кучу всяких интересных штук накопали. Наконечники. Грифоны. Так, ладно. Артем где-то там ходит. А я иду обследовать вот эти вот елки. Сейчас здесь похожу, потому что наконечник вот здесь вот выпал. Все рядышком. Ладно, друзья, смотрите. В лесу, конечно, хорошо. Хорошо. Солнышко еще высоко достаточно, поэтому времени у нас еще есть покопаться. Пошел, не будем терять времени. В лесу родилась елочка, в лесу она росла под елочкой зелененькой. Скифский наконечник лежал. Певец меня, конечно, никакой, но поисковик вроде ничего. В общем, нашел я еще один, друзья, наконечник под елочкой. Красота. Говорил, что иду в елочки искать. Вот и нашел. Сейчас выхаживаем вот это вот местечок. Вот этот. Должны тут еще быть находки. Должны. Вон там Тёмыч что-то копает. Что-то копает. Что-то знает. Сигналов. Таких мусорки тут нету.
Ходишь такой, нету-нету, раз, и наконечничек пойдет. Идем, друзья, искать дальше. Смотрите. Топчемся мы с Артемом на бугорочке. Колянку ушел куда-то в другой конец леса. И у меня, друзья, есть находочка. Думал, просто какой-то кусок проволоки, но начал протирать. Показал Артему. Он говорит, смотри, тут узор какие-то есть на нем. Видите? Какие-то узорчики. Не знаю, что это такое. Такая вот штука. Может, писало какое-то ихнее было. Даже не знаю, ли была ли у скифов письменность. Ну, может, какой-то коготь. Орла кого-то, не знаю. Вот такая вот находка, в общем, друзья. Интересная. Древняя. Ладно. О, у Артема сигнальчик. Хороший сигнал. А? Хороший сигнал. Идем-ка посмотрим. Идем-ка посмотрим. Что там, что там. Наконечники тут, конечно, славные выпадают. Запуталось там все. Я думаю, фольга. Фольга, думаешь? Что-то маленькое, мне кажется, очень. Может быть и фольга. Пин ее не видит. Ладно, друзья, идем дальше. Идем искать дальше. Где-то я свой приборчик оставил. Где? А, вон он. Хочу доходить вот это вот место, вот эти вот елки здесь. Пройдись. Ладно, смотрите, я пошел. Снежок, друзья, у нас пошел. Мелкий снежок. Зима близко. Сейчас укроет лес своим белым покрывалом. Люблю такую погоду, когда в лесу тишина и идет снег. Сразу Нового года хочется. Круто. Будем к машине, наверное, продвигаться. Уже скоро стемнеет. Нам еще с леса выбраться надо как-то. Коляныч! Колян! Колян! Колян в наушниках ни хренашки не слышит. Тёмыч, может, будем потихоньку идти к машине, попьем чайку, пообедаем, да, еще, да, поедем домой. Я не против, пошли. Колян, прикинь, возле меня в 20 метрах, я ему кричу, он ни хренашки не слышит. Коля! А, я знаю, ему тоже орал как-то. Идем к машине потихоньку. Попьем чайку, да будем ехать. Ну да. Еще один наконечник нашел. Ты сегодня вообще отличился. Два грифона, наконечники. Сегодня КамАЗ перевернулся на твоей улице с печеньем, Колян. Ладно. Предлагаю здесь еще покрутиться чуть-чуть и идти к машине. Да. Все, давай. Там у Тёмыча сигнальчик какой-то хороший. Могу поменять тебе на грифона. Да нет, спасибо. Стреляй сам, если
Ладно, друзья, идем искать. Шутки шутим. Скучно нам на копе. Сосны стройные, как мачты. Высокие, капец. Вороны летают. Снежок пошел, друзья. Скоро зима. И так, слава богу, покопали мы в этом сезоне. Нормально. Иду, в общем, я к машине. Накопался я сегодня, конечно, в удовольствие. Под скифом. Мы давно так не копали. Блин, листва шерудит под ногами. Не знаю, что вы там, как вы меня там услышите. Такая яма иду сейчас вдоль дороги, смотрите. Ямищу кто-то выкопал. Здоровенную. Какой-то капонир, может быть. В общем, накопались мы сегодня в удовольствие. По скифам, конечно, я вам скажу, мы никогда, наверное, так не копали по скифам. Но были какие-то там рядовые единичные находки, но так, чтобы уж очень, то такого не было. Сегодня, конечно, хорошо. Я даже сам не ожидал, что так будет. Хотя надежд особых не было. Думал, может, там один наконечник, два вылезет на всех и будет хорошо. Но оказалось, все очень даже хорошо. Колян еще там где-то сзади идет, копает, еще наконечника нашел. В общем, место интересное. Место замечательное. Надо будет сюда еще когда-то вернуться. В принципе, я вам скажу, что зимой можно копать и в лесу. Ничего страшного, снегом, если сильно много снега не будет, то можно копать. Подводим итоги сегодняшнего копа. Ехали мы на скифов. Я думал, мы будем немножечко в другом месте, но мы поехали дальше по реке, потому что тут ребята копались, и мы разошлись в разные стороны и ходили не по тем местам, по которым ходили они в предыдущий раз. И это, видите, дало свой результат. Мы раскрутили место, нашли два холмочка, на которых, в принципе, все и накопали. Я думаю, надо будет еще по этой реке, которая идет через лес, еще пойти дальше в разведке и поискать по бугоркам, потому что мы от воды копали, ну, прилично, я вам скажу, где-то километр мы, наверное, были от ручья, может, меньше, но не близко вообще. И все находки на буграх, сверху на буграх. В общем, я сейчас дойду до машины, покажу вам все свои сегодняшние находочки. Покажу Тёмычу находочку. Тёмыч, кстати, еще нашел наконечника одного такого же, как и такой же, как и первый у него. Хороший был наконечник. Наконечник я сегодня, конечно, выкопал один, но вообще здоровенный. Ладно, сейчас дойду до машины и вам все покажу.
Находочки, друзья. Вот это мои наконечники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь наконечников. Это два Тёмыча наконечники. Шипастый амулетик. Такая какая-то приблуда в позолоте. Вот это вот. Вот это вообще непонятно что. А, это же еще не все, прикинь. У меня же тут еще есть. Вот нашел еще одну вилку. Сейчас я подостаю. Ножик. Блин, я забыл вообще. Вот это вот нашел, когда шли к машине. Какой-то кусочек бронзы. Вот эту вот нашел. Видишь, такая тоже граненая. Еще одна вилка. Так, сейчас. Целая куча гильзы нам не надо. Ну, еще пятак где-то же есть. Этот. Блин, сейчас повылаживаю все. Как это я забыл? Еще пол кармана находок. Вот это вот тоже какая-то бронза. Ихняя. Пятачочек же ж моя первая сегодняшняя находка. Блин, как я про него забыл. Вот эту вот, смотри, видишь? Ой, витое тоже какое-то. Пули, гильзы. Да. Такие пули. Ну. Остальное какое-то мелочь, не хочется уже. А вот еще. Пули обязательно накопаешь в любой коп. Хочешь, не хочешь, все равно какую-то пулю выкопаешь. Ну вот это вот вроде и все, друзья. Ой. Вот такие вот, в общем, находки. Ждем Калина. Где он там? Не видать его. Может, мы с Удой выйдем по этой дороге, Тёмыч? Туда не выйдем. Не выйдем, нет? Нам надо ехать туда, куда заезжали, да? Ну, поедем, значит, туда. Тут вот вырубочка такая. На этой вырубочке я нашел пятачок. А Тёмыч нашел наконечник здесь, да? Ладно, друзья, вот так вот. Вот такие, в общем, друзья, находочки. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока.